Ура, сыграть три матча. Ну, хоть не выиграть. Не, у меня есть на выигрыш. Еще два осталось. Короче, делаем все делики одновременно. Как обычно. Удобно. Угу. Мне надо выиграть эти матчи. Да. Чего вы по голосам еле живые? Сидите бухтите. Дельники тогда вот так. Вот. Вечер четверга, не пятница еще. Черт. Еще я раз. Вообще выпал из времени. Мне тяжело сказать, что сегодня четверг. Какой сейчас год? Да, какой сейчас год. Как у тебя там? Это вопрос слишком хорош. У меня, ну я же говорю, я выпал на две недели из жизни, и пока у меня ничего. А куда ты выпадал? Что ты делал? Да, познакомился с новыми людьми, вот, и за две недели успел кому-то стенку покрасить, кому-то там помочь краску выбрать. Ну так, в общем, отдыхал. Две недели. Ничего себе, ты с Unreal Engine как перепрыгнул. У нас как? Либо ты на Unreal, либо красишь стены. Неизвестно, что хуже. Так вот, на стенах можно больше заработать. То есть я две недели за компьютером не сидел. Ужас. Кто бы увидел, не поверил. Подтягиваюсь к вам. Вообще, я думаю, я просто хочу сейчас отдохнуть, не искать работу, потому что ходить на работу летом жарко. Вот. Ну, если у тебя есть сбережения, то почему нет? Ну да. Пока есть, поэтому ближе к концу лета я начну там активно. Миллениалы изобрели безработицу. Попробую Тайлиса соблазнить. О, пятером. Ходс. Больно. Да, не самое лучшее воспоминание. Сейчас он ответит. Минут через 40 будет. Хорошо, одна две партийки. Надеюсь, стрим. И все победные. Да. Мне сыграть 8 матчей, надо 3 уже сыграно. Когда-то еще давно. Судя по моей аватарке, тут в игре я последний раз на новом аниме ивенте тут был. Судя по твоей аватарке, в принципе, не так долго играл в ходс. Да не, я играл, у меня другой аккаунт был, я тогда вот насмотрелся. Стримов, вот, на смурфах играешь. У меня другой аккаунт там был. Помню, одно время мы задрачивали сильно, конечно, в ходс. Да. Мне, по-моему, с этого только стримы и начались вообще регулярные с ходсом. Да. Ну вот, где-то тогда я вас начал смотреть. Был 2014 год. Господи. Какие мы старые. А Средиземье вышло раньше, чем ходс, или нет? Насколько я помню, вроде да. Ты имеешь в виду мобу, которая была в Средиземье? Не, именно первую игру. В смысле первую Средиземье? Восемь. Как она называлась, я не помню. Сейчас найду. Heroes of Nevers. Там не так уж и много моб было. Ну, на самом деле их было много. Мобы на букву П. Средиземья Тени Мордора. Это какая? Ну да, она вышла раньше.
конечно. Тогда я, Миша, начал со Средиземья смотреть. Еще я никогда, подожди, какой Средиземье? Никогда я тогда не играл никогда. А, Shadow of Mordor. Да. А, имеешь в виду, я думал, ты про моба. Блажь просто по Властелину колец моба, который никто не играл. Я думал, ты про это. Не, Shadow of Mordor, она в 14 году, там, когда-то, по-моему, или раньше. Я помню, еще там в Харьстон, там, с Гуковским играли. Вот я Мишу туда начал смотреть, и я особо запомнил, потому что Миша туда пельмешки ел. Что ел? Пельмешки. Пельмешки? Может, вафельки? Не-не, пельмешки. Информация достоверная. Но это в архивах, видимо, не сохранилось. Инфосотка. Господи, как, сколько я, месяц или полтора не играл в ход? Живи! А, это не наш. Фиг поймешь, кто. Расходимся по линиям. Че надо бы. Кто-нибудь возьмет верхнюю или нижнюю, я лучше тут в столбы посижу. Да я наверх. Я на низ не помню. 5 карнавал. Благодарю за твою помощь. Спасайте. Правда, вот ты вроде как вход сыграешь. Сейчас какие-то ивенты проходят? Ну, раз в 3 месяца примерно. Ну как в Овере, наверное. Ну, этот, по-моему, до конца июля, что ли. До 5 августа, если мне, если я правильно новость. Или 15-го. Я точно помню, пятерка была в новости. Ты его быстро сделал? Ну ты там на ботах такой фармил. Господи, пару недель вход нет, я не смогу. Ну там довольно много квестов. И, по-моему, всех надо побеждать. О, да. Я что там посмотрел, да, там как минимум тех, которые мне пока что доступны, надо побеждать. Ну, я на самом деле так зашел, потому что мне уже что-то аутизм в Варкрафте совсем надоел. Вышло обновление, но какое же оно нудное, господи. Репу фармить это вообще невозможно, я уже устал. Если что, тут будет драк. Подтягиваемся вниз на точку. Ой, дар же. Господи, че это мы заболтались. Вот что значит давно не играть. Быстро. Бросайте там всем. Сверху без меня не берите. Так, сейчас. Ага. Так, время срать, а мы не ели. О, нормально. А у меня мана кончилась. Вот я про это и говорю. Так, ладно, я пока забираю его, там это закрытие. А нет, так. Уже не забираю. Ну как можем. Вот теперь забираю. Попытаемся не подпускать. Все, найс. Я на базу за маной. Да, не умирайте. И потом наверх. Вот.
Да. Рядом. Лечу. Они, по-моему, просасывают нам по дамагу. И по уровню. И у них есть хил вообще? Вроде бы есть. А, есть, да, Алекстраза. Но я что-то пытался, один раз сыграл Алекстразой. Я нахилил меньше, чем, не знаю, чем дамагер, наверное. Алекстраза, его нужно очень четко понимать, что делать и как себя позиционировать. Ну, да, я ее как-то однажды по ошибке купил. И на этом у меня с ней знакомство закончилось. Я так и не понял, как ей хилить. То есть один раз сыграл. Меня там обматерили по понятным причинам. Все забрал. На этом мое. О, еще один просится. Развернись, Роланд. Развернулся. Найс. Где-то яйцо. Вот яйцо в кустах справа. Не заходите туда. Давайте стенку снесем. Центр немножко прокрываем. Блин. Ну, парень, сори. Миша, расходимся, расходим. Я вверху, да. О, на следующей неделе едешь проверять Амстердам. Это а пиши и... Тут по случайному совпадению у меня жена на 10 дней в воскресенье улетает. Так что я свободен для всяких безобразий. Все есть. Алекс сразу. Найс. Найсу. Я на то ли не буду. По-моему, дальше. Угу. Бейте дехаку. Мистер снайпер. Че валить-то? Их валить надо. Ну, пошли лагерь возьмем. Че фигня. А потом босса еще. Еще красота будет. Они могут спорить, что мы сейчас на боссе. Да пес, они пойдут этих отбивать. Они пойдут на босса. Не ссыте. А, ну да. Ну ладно. Лечу. Берсерк, отойди, берсерк. А меня тут там что-то там прилип. Надо вовремя надо заканчивать. Бросайте босса.
Так, а сейчас разворачиваемся все убиваем. Я ушел. Не, не уйдет. От нас не уйти. Не на моей смене. Никто нас не остановит. Хе-хе. Бати вернулся. Так, ладно, я за маной. Так, босса они взяли. Ну да, они взяли. Да, да фигня. И сейчас центр, у них сейчас центр пробьется. Блин, давайте одну сдадим, босса лучше убьем. Так, они, скорее всего, сейчас на нашем боссе. Пошли их потрогаем. Да, скорее всего, они там рядом было. Прям очень удачно. Есть стяжечка, и готовьтесь кидать все под стяжку. Есть. Я сразу попытаюсь нас... Ага. Да, они тут все. Ну, конечно. Я бегу. О, спасибо. Спасибо за босса. Давайте с боссом пронесем, что ли. Нормально. Размен. А, да. Мы им подарили. Я заберу. Ладно, забери, у них все равно минус 2, они не пойдут. А, не, они вон вон там есть. Не пойдут сейчас. Ну ладно, если. Ладно, я сошел с ним на всякий случай. А, они тут все. Не, мы их отвлекаем тут по всей этой стене, тут на нашу область отвлеклись. Добра. Осторожно, сейчас Лили к вам зайдет. Бейте Куру. Изич. Вот это я понимаю. Вот это. Если Роланд действительно в эту игру играет. Немножко. Да, хороший прям матч был. Так, а кто у нас отвалился? Никто. Берсерка, я не вижу, не могу кнопку нажать начать. А, он не вышел. А, вот это. Я просто привык, это вовремя, когда в пати, там лучше ничего не трогать, чтобы не отвалиться с пати. Лучше игру ударить, чтобы не отвалиться. Ой. Так, чё? Угу.
Так, трейсер. Какой сейчас год? 2014. Я в молодость вернулся. Дракон. Ненавижу драконов. Обычно у нас там такая возня мышиная. Что началось-то сразу? Что-то не да прям. Здоровье снесли. Ладно, я туда вниз пойду. Тут поспокойнее. А, только они тут не дадут. Не пошел? Короче, почему никто на линии не сидит? Где вы все шляетесь? Что вы там делаете в лесу? Вылезайте из леса. Хорош за ними гоняться, опыт зарабатываете. Я на низ. Может, они кто-то. Я наверх. Миша, бей. А, бежать надо было. Все, мне конец. Не, когда их там будешь снимать, типа, не стоит туда забивать. Ну, я что-то затупил. Иди наверх. Я сконцентрировался на точке. Пока не сильно концентрируюсь на то, чтобы взять первого дракона. На таком левеле он слабенький. Можно его просто... Вот это план. Вот это тактики пошли. Угу. А что, так играем? Дива. Я сейчас возьму, между прочим, если кто-то есть около центра. Сейчас не забью. Да, не забрали. Так, они тут внизу забирают. У них там четверо. А, то есть они... есть смысл мне туда идти? Нету, нет. Ну то есть только подарки. Внизу посокать только, экспо. Я вниз уже пошел. Окей. Они ушли на к вам. Угу. Берсерк, подтягиваемся отсюда. Миша, тоже не задержимся. Чего предлагаете? Самое главное убить бучера, чтобы он мясо не забрал. Наш основной. Да, может, потом вниз.
Вон, можно Рагнароса убить. Ой-ой-ой. Чё я творю? Чё я творю? Че, наверх пойдем? Кстати, кто-то на центре с экспой, я наверх пока. Тоже экспой. У меня тут двое. Трое. Да, они все вниз ушли. Они в куче бегут. Бегаем вверх. Зажимай его. А, ушел. Мы можем пока просто кушать лайне. Мы еще не взяли ни одного, да? Ну, никто не взял меня. Ой. Что-то пошло не так. Да, что-то этот матч... сложнее. Так. А, ну у них хила нет, у них в основном дамагера. Кроме... У них андуин нормально. А, андуин. У нас там чувак в PUBG послал. Центр. Пригорает на центре. Да, что это? Ну ладно. Взяли. А мы проигрываем по уровню русского. Мы вообще проигрываем. Нам не в пятером надо пойти, там 10 уровень нужен, вот что нам надо. Уверена, ты сможешь. Ну это тоже. Бочер уже с мясом. Ульта, наконец-то. Они сейчас по низу пойдут, сразу за огнем. А, не, не пошли по низу. Да, ну что они тут прям вдвоем
Святилище вновь открыто. Кому достанется древняя сила дракона? Yep. Ваши противники уничтожили форт. Они все ушли за вами, наверное. Да. Чекаем. Берсерк, чекаем. Да. Отомстите за мою семью. Привет, Шерис. Привет. Сейчас нижний возьму. Выручай, Тайлис. Все, помираем. Но тут уже можно просто расслабиться и получать удовольствие или не удовольствие. Ну так, относительно просто смотреть на них и понимать, как надо делать. Они когда совсем быстро складывают. Они хорошо быстро. Не успела. Совсем сейчас я делики на хила доделаю. И заиграем. Ну не то чтобы я прям плохо хилом играл. Это я просто сообщаю. Просто. Ищите себе другого хила. Ну да. А мне надо две игры за хила получается выиграть. А, ну вот. Я нашли хила. Ну я, собственно, тоже делик делал. И мне еще надо его сделать. Ну вот, видите, вот так вот и распределились. Если я буду за хила играть, то я не уверен, что мы выиграем прям. Да хотя... Может, тут от этого не особо сильно зависит. Я там того, как, зависит от того, те какие... Какие противники тебе попались? Угу. Прошлый матч просто был совсем легкий, как будто, я не знаю, как будто нам детский сад накопало. У нас просто человек 17 уровня. Мы еще не проиграли? Ой, теперь проиграли. Ура, тоже. Этот, кстати, матч тоже был 12 минут, как и прошлый. Кому там надо было еще потерять? Что матчи мы с ними вот это все творили, а вот мы сами. Все так. Так, ну что, могу сдать хилам. Тайлис, ты идешь? Ну, одну пока и нот нет. Че, он тебя резервировал? Просто не очень хочу вход. Понятно. Ну, поддерживаю. Сейчас. Он обновится. Да, Миша, я пофиляю. Это быстро. Да-да, я просто думаю, кого выиграть. У меня просто с ивента еще бомбануло, потому что там был квест убить 300 миньонов. И он у меня, когда его выполнил, он просто сбросился. Да, ты получил за него кейсик, это бесконечный квест, ну как бесконечный. А это, как мне... Это третий этап квеста. Не... А, окей, а как мне тогда другую деталь ремонтировать? Нажимаешь на кнопку Special Event и выбираешь другую цепочку. Ну вот, у меня не выбиралось, поэтому, собственно, я был... Ну, типа, там появляется текст, диалог, типа. Диалог заканчивается, и просто выбираешь другой.
Вообще в любой момент ты можешь даже не заканчивать один квест, сразу взять другой цикл. Заходи. Получение манифеста загрузки. А, у меня тоже такое было сегодня. О, значит, давно не обновлял Хлехус. Я обновлял, я в него заходил 6 дней назад. А, лекарь у нас есть? Это... Да, доктор есть. Доктор, неплохо, помогите. Ты хотел на хиллере? Ну, два лекаря это... Не, если ты хотел, я могу тогда взять какого-нибудь друзья. Да ладно. Это... Я могу... Ну, я что-то заменить никуда не могу. Бустеров, что ли, купить? Миша, на холеру она тебе надо. Что? На холеру она тебе надо. Почему нет? На что их сейчас? А не, отбой, не тот. Кто такой Miracle Maker? Не, отбой. Это так. Я не того пригласил. Херус Оверштором можно играть. Заметьте, не я это сказал. Почем тут кристаллы? Ой, у меня почему-то стали цены в рублях отображаться. А раньше не в рублях, что ли? Ну, да. Не в той стране, но я боюсь просто, что если я вот сейчас нажму, страница не найдена. Угу. Ну, короче, кстати, надо VPN запускать, чтобы что-то покупать. Не VPN дело, а сегодня видел уже на Reddit около такая же проблема. Тоже 400 тысяч. Типа, играете в нашу игру, но заплатить нее лучше не надо. Ну, типа, у нас очень хорошая игра, качественная, все работает почти. Типа, бустер на 360 дней стоит 9 тысяч золотых. 9 тысяч золотых стоит... 3500 рублей. Уникальный случай, чтобы в фри-то-плее. Ну, типа примерно 3,5. Наделим на 12. Математики. Сейчас. Калк. 3500. Делим на 12. Получаем 290 рублей в месяц. Фу. Так, что у нас по квестам? Так, Warcraft, Рубак, ну все идеально. Ладно, возьму буст на 7 дней. Так, Рагнар же из Warcraft вроде, да? А сколько, по-моему, да? В StarCraft вроде бы не было элементалей. Рагнарос, да, это из StarCraft. Нет, это не StarCraft, я шучу, ты чё, алё, отмена миссии. Охрана, отмена. Так, главное от меня отгоняйте козлов, и всё будет хорошо. У нас. Ну, познакомься, вон, три героя, которые в тебя будут входить. Уродин, Нова и Валла. С разных сторон, причем будут. Ну да, особенно Валла. Хотя с Валлой попроще. Она дохленькая, если мне дамаг нормально прокачать, я не успею со мной ничего сделать. Был хороший талант, который на 35% что ли повышает дамаг на несколько выстрелов.
Слушай, у меня классная идея. Давай ты отойдешь на 30 метров и постоишь на месте. Рагнарос с фаербатом спорит, кайф. Начинаем бой через 10 секунд. Зажигаем. Мы на низ? Ну, пока да. Потом я, наверное, или с тобой, или с Мишей останусь. Но тебе надо будет... Мне нужен кто-нибудь, кто бы отгонял. Мне Изисол. В принципе, Роланд под это подходит. Мне и со Шоскому нужно бить скрипов. Я могу не только крипу. Дай, Миш, бей башню. Я наверх пошел. Ой-ой-ой, дай тихо. Ай. Да, Миша, так. Надо аккуратней. Я на базу, извините. Да. Единственная моба, которая зашла, и то теперь умирает. Ничего не умирает, смотри, прекрасно играется. Я даже денег хочу занести. До свидания, Вала. До свидания, Вала. За шушки не грызь. Так, я на базу. Я тоже на базу. Терехис, давай к тебе. Да я... Ко мне идти пока точно не надо. Надо, ты справляешься? Ну а чё? Не на скинчики, на бустеры. Играю я мало, в принципе, увеличение опыта это полезно. А, окей, до свидания. Быстрее качаешься, больше награда. Они вчетвером сверху. Больше сатисфэкшена. Так что вы там точку отберите. Они вниз обратно вернутся, пока ко мне не надо идти. Все, они все вышли к вам. Они кэмп забирают, как раньше вот тут. Не. Все, я отхил взял. Держите точку. Держу. Да твою мать. Норвич. Они сейчас ко мне выдвинутся, я подозреваю. Упс. Возможно. Ладно, Валу прогнал. О, я мертв. Я на базу. Вот зараза. Почти успел. А мне надо похиляться немного. У меня сверху двое захватывается. О, как красиво. У меня тут снизу тоже двое вроде бы. Прогнали.
Ну, я один против двух сейчас. Шоски. Я немножко. Они либо кем забирают, либо меня сейчас кем-то. Крис, и кем были тебя? Мы их чуть поагрессировали внизу. Я повторился. Так, помогите наверху, да. Я тебя прикрою. Вы осадников можете спокойно забрать. Так, мне лучше наверх пойти или тут остаться? Помоги мне взять лагерь. Блин, они все тут теперь. Ну, по крайней мере, двое меня ковыряют. Так, надо уходить. Курсер, отходите. Шовский, забей на осадников. А, ну окей, отвлекаю их. Ай! Ай! Все отлично. Так, Шовский, я... ты с лагеря не отхиляешься? Нет. Я вообще не отхиляюсь. Ну скажем так, медведь. Лучшие годы ходцы уже прошли, это правда. Но матчи находятся чаще надо. Роланд в контесте. Уже. Это было недолго. Миша, беги. Шовский, забей на валу, иди на кемп. Угу. Ну, в смысле, на точку. Наверх побежала нова. Ладно. Шовский, уходи, сейчас к тебе могу подойти. Блядь, они вторых осадников забрали. Мы осадника с Мишей легко заберем. И кого забирать, если они их забрали-то, а? Ух ты, Элиса бомбит. Это просто рандомные матчи, чё ты бомбишь-то? Вышел? А, блин, они тут. Ну типа они нас почему-то на три уровня обгоняют, такое. Сами виноваты. После они виноваты. И, скорее всего, голосы мне не бегут. За Шовский забирай. Все, вопрос держится. Так, где деф? Деф внизу. Внизу. За ворота, спрячься за воротами деф. Иду, не уйду. На меня тащите его. Ах, скотина. Он нашел призрак. Давайте немного попушим, что ли. Ну, заберите кип. Раз уж такая радость. Они так вам идут. Блин, опять. Все закончилось. Ай-яй-яй. Ну да, их пятеро пришло. От козлятина.
Так, ну они босса забирают в район. Осадников забирают, видимо. Ну, он хотя бы не босс. Ой, как это так много. Находить после торговать отцом нельзя, видимо, даже... Не, все, за хиллеров я пока не буду лучше брать. Нет, а ты зачем Олег сразу вообще взял? А, ну у меня единственный из хиллеров, кто открыто. Серьезно? О. Да. У тебя нету там Лили... Самого... Она не в открытом доступе. О, господи. Причем я без комментариев. Просто Алекстраза это такой хил, который, ну блин. Это high level хил. Такой, что очень надо уметь. Ну да. А вот и босс. Расслабьтесь, получайте удовольствие. Тикай. Тикай из миста. Я получу удовольствие. Не туда шел. Останется-то. Минус хиллер уже. Вот сейчас этот кем собираем быстро. Шовский, поди сверху от деф и мясо. Новый рядом, аккуратно. Он идет. Не ленька. Ко мне идет. Ром, отходи, в тебя сейчас снова ультанет. Миша, тикай. Да я-то норм. У тебя хп сейчас чуть-чуть больше, чем у меня. Брюсерк, спаси! Миша, сливай, у меня фул хп. Что? Ты ни с кем не путаешь? Это, в принципе, у всех ограниченных. Пойдем осадник заберем, пока нового не купил. Знаю, Аурель у нас. Все завалили. Ай, сейчас меня замедляют. Давай сожжем что-нибудь. Новый рядом. Окей. Этот кемп не заберем. Отходи лучше их, но... А чё он такой злой? Ну, типа, не надо одному в четырёх прыгать. Ну, потому что их там четыре, за ним тоже сильно позже. Думал, успею хотя бы сильнее зарядить. Вау.
снизу не успеем. На точку встаньте. Ага. Они сейчас пойдут вот на сокет. Босс. Можем 5 на 5 их поймать. Сначала нужно их убить. Вот сюда. Ролан, давай уйду там с тобой. Все, теперь босс. Новая еще осталась. Она без ульты. Роланд, нам танк нужен. Ну, закончился танк. Все, забираем. А что тогда мы все с ним покушаем? Аккуратно на ощупь, кого-то еще пикнет, скорее всего. Ой. Я снизу запушу. Так, я тут, блин, одна. Совсем забей, одна. Забей, босс пушит, лучше отходи. Межной возьмем. Кто-нибудь еще один мне наверх на захват точки. Новый сейчас будет кимпы покупать, аккуратно. Так. Ну, так, больно. Не хочешь что релизи? Нет, не контест. А, они все вниз пошли. Но. Вот сейчас пойдут, да. Так. А там что ли был берсерк? Так, сейчас. Отходим, идем наверх. Пусть они эту забирают, мы сверху соберем. А они все просто наверху были. Угу. Тебя наверху не было, когда ты там был нужен. Я там был как раз на подходе. Подхожу наверх. Он скоро будет. Надо, блин. Да ё! Жил ровно секунду, блин. Че я туда полез? Тоже причина, чем мы полезли. Ой, не буду туда лезть. Ладно, снизу сейчас отдохну. Я так и знал, что добром это не кончится. Орда зергов учуяла наш запах. Полный вперед. А, не стопятся. Ага.
Может босса? Можно и босса. Пока у них минус 3. Можно сделать еще минус 4, правда? Нет, оно уйдет. Лучше босс. Отойдите от его ульты сейчас. Мы сейчас с боссом поверху. Да, пойдем все с боссом. К нам сейчас еще хилка идет. Лагерки не будем чем брать вот этот. Насадника возьмем это быстро, да? Пока их нового не купил. Роланд, защити от нового. С боссом просто завершаем сейчас. Они уже резнулись. Ну так плевать, у нас босс. Ебать, куда хилы, меня? Хилы, хилы. Где мои хилы? Хилы мои. Ну, у вас есть шанс завершить. Помогите босса просто очистить вот этот трошним, чтобы он сразу ушел куда надо. Да, извини, я тут, конечно. Да. Говорить. Ну, ладно. Что такое? Пассивка у меня откатилась, так что защитить от зерков не проблема. Просто нужно дотянуть, пока у меня ульта еще приготовится. Короче, если мы сейчас выигрываем, ну или хотя бы что-то зарабатываем на зергах, у нас есть шанс победить. Потому что у нас они сверху. Понимаете, о чем я? Это связано. Даже если мы просто забьем на защиту, мы сможем пробиться и вынести. У нас зерги снизу. А, тьфу, ё. Миш, просто не умирай, и все, нам не обязательно контестить, я отдефу. Все спокойно отдефаем, потом дальше посмотрим еще. О, не умирай, это сложно про меня. Mm-hmm. Ну... Сошел, скоро, скоро снизу, снизу не дайте им забрать крепость. Скоро. Шоски, ну вылетай первый, вылетай после меня. После тебя? После меня сначала, потом. Возможно, мы проживем дольше. Ну если после тебя. Но они как-то не очень агрессивно пушат, не очень агрессивно пушат. Они там сверху. Они сверху идут. Да. И снизу. Так. Ты влетаешь? Снизу. Давай, давай. Давай, добей, добей. Давай, пока не засорвем. Ну, вы снизу, ладно. Да ладно. Точнее сверху. На минус 4 можно. Ну снова забирайте босса и пытайтесь завершить. Заполняю камеры согласно босса протоколу. 20 секунд до босса. Вы забираете 2 кемпа, вы забираете босса.
Все, что нужно, это чтобы Мишу от нового защитили. Мишу надо от самого себя защищать. Защитите Мишу от Ходс. Даже так. Ладно, нового слила ультинг. Да. Сена, да начинайте, ё-моё. Я сейчас присоединяюсь, ульту, и мы завершаем. Ново, вон там ново справа гуляет. Так, 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 я на базу и иду к вам. И мы снова. И снова. Вы вниз идите к ульте. Так, о, привет. О, я убежал, нифига себе, вот это... Вот это эскейп, вот это. Так, реакция. Это либо отвлекайте их, либо хиляйтесь к боссу. Ой. Будешь да, не себя пока по наверху отвлекать. Окей, отвлекайте их сколько можете. Да сколько можно не убивать, тяну. Давайте, Рилис. Пробьем. Где он? Слушай, я не могу. Все, по самому не могу, все, что есть. Просто бьем. Блин, я не успею к раздаче шапочной. А, нормально. Хера себе, мы такую катку выгребли просто из ниоткуда. Спасибо, Тарелис, не знаю. Так, дайте мне мой бомбер, пожалуйста. Ок. Ладно, я тебя облежу, Тайлис. Ой, за вас шестерых отомстим. Ух ты, контейнер. Ну-ка, ну-ка, что в этом контейнере? Еще надо открыть контейнер, выбрать квест. Вполне себе три редких облика. Ничего себе. Я теперь на хиле постою. А, я вспомнил, у меня еще контейнеры не открываются. Вот. А, откроешь в другой раз. Так, ох. Сейчас заработало задание, окей. Так, все. Моя идея за хилера играть была в ВП. Пошлоски, так ты на хилере или я? Я на хилере, у меня делик. Тут у кого делик проходит без очереди. К столончику. Тем более мне тут надо еще один матч за убийцу поиграть. Почему у нас три рубаки? В три брузера идем. Нет нормальных шансов. Что это за сетап? Победный. А, ну окей. Это я спросил, я спросил, это было не утверждение. Прозвучало ровно так, как я тебе думаю. Больше дуалов. Богу дуалов. Трелис, надеюсь, ты единственный тот редкий вариант, который не идет в два мяча на четвертый. Сетап не подходящий. Плюс это вообще как бы... В нашей команде это бессмысленно. В нашей команде бессмысленно все, кроме случая слепого. У кого там вообще такие рингтоны? Ничего не знаю, покемонов сауна. Тебе под домом водятся покемоны? Да, я их с балкона ловлю. Будь спросить, насколько длинная у тебя рука, что ты с конты достаешь до балкона телефон? Ну,
ну, балкон сейчас в 2 метрах от меня. Так, ща подумаем, как укащать. Ну, типа, с 3 рубаками в таунте я не вижу смысла идти. Ну, значит, колоссы смешу. Ох, Лили. Давайте, я буду вас хилить. Давай. Снизенько вам. Берсер, что с тобой? Да так. Убежал. Немножко. Пытаюсь. Пойду наверх за экспой. Так, надо свалить. И надо свалить. Шовский, не блочь меня, пожалуйста. Ты, я стараюсь. Снова пришла вниз. А у них опять нового? Угу. Так, давайте не передавать друг другу бомбу. Ну ведь там же Кельтос. Как же без этого? Нова снизу ушла. Возможно. Да, она пришла с Шовского наказывать. Накажи меня по имени. Да ёп, почему я никак не могу? Сейчас возьму 4-й, пойду Киртас наказывать. А, он, к сожалению, не взял. Нет, что наказывается. Миш, да, осадников возьмем. А ты не хочешь? К вам нового побежала вниз. Ну, мы бы их быстро взяли, ладно. Берсерк, ты один. Угу. Ну, я тут немного хиляюсь от ярости. До свидания, Нова. Ща приду к вам. Мне просто нужно бот задефиться от Витас. Миша, иду спасать тебя. Иду к вам. Так, Роланд, ты же должен справиться один сверху. Да, справлюсь. Это прекрасно. Мурагина отогнал. Новый идет. Да там не только она. Все нормально. Роланд, текай из города. Да. А нет, ты смотри, что-то еще. Роланд, я спешу. Ой, текай. Ладно. Жив целый, Роланд.
Захилял. Не зря хила взял. Так, ну на точечку-то подойдите. А там спасаем? Ну, а там теперь уже нет. Так, что-то не было, надо сваливать. Чуть ниже спуститесь, чтобы я доставал. Не нужно у них. Так, еще мы тут будем пушку убивать. Так, надо, чтобы кто-то взял этот кемп. И вас там много всех, да, может вот этот кемп взять. Настоящий. Так, чуть нет, кто-то помогает. Миш, может отойдем? Так, Соня, Миша, возьмите кемп. Улетай на спуск. Ой. Не успел. Помогите, люди добрые. Хотя я сам справлюсь, наверное. Но это не точно. Снова. Че это она здесь делала? Самоубийство. Отлично. Кельтас сверху. Надо Кельтас наказать. Мы можем успеть до точки взять. Нет, не успеем. Ладно, я на точку. Не, босс сейчас это плохо. Ты ушел. Но он ж не все, такой. Дайте кем проверим, может там будет кильтас снова. Не, не будет. Не стоит. Иду вниз. Я потанчу. Так, мне надо похиляться, извините. Это же еще одно. Да. Иду к вам. Свет угасает в стенах моих храмов. Альту мне сбил, зараза. Персер, стой на точке, делай что хочешь, но стой на точке, блин! Ага, да. Миша, отходи. Вылетает туда? Не, у меня норм. Ведь их там да. Больше. Заманите его, Персер, не иди к ним, иди ко мне. Ко мне иди. Они меня тут задержали. Миша один. Надо центр добить. Серия убийц. Иди сюда. Так, со мной новый тащится. Давайте заберем наших осадников. Ну, собственно, это один справа. Можете пробовать их на их кемпе поймать.
Потом прям сейчас снова из карты придут. Ну-ну-ну-ну! Да, просто да, они тут начали врываться. А я теперь. Я ж тоже прожил. Да, не прожил. Ну да, все мне заговорили бить. Я на помощь читаю лесу. Он тоже бегаешь. Их четверо снизу, лучше средний схватиться тогда. Их снизу четверо. Сверху это. Так, я его. Да, ладно. Открывайся. Берсер, ты можешь микрофон настроить так, чтобы не слышали, как ты безумно колочишь по клавиатуре? Все, уходим, Берсер. О, я тут неудачно зашел. Они всех осадников собирают. А, нет, не забирают, странно. А где они тогда? Пэт, но покупал лагерь. Так, они на центре, Кельтас. Нового не сушно. Миш, Ноу к тебе идет, отходи. Но они будут собирать люди. Угу.
серьезно. О, вот босс, так, босс. Так. Я босс отдыв. Я наверх Мишу защищать, ничего нового. Босс сейчас закончился. Миш-то один назад. Пока норм. А вот теперь назад. Ай. Сейчас бы притасую. Ну, сейчас пойдет кем забирать, надо его поймать. Не надо кем, ладно. Забираем кем тогда, хорошо. Блин, я уже передумаживаю. Да, это будет вырваться отсюда, я могу не сидеть. Внизу дед танкует. Полный вперед. Так, сейчас я возьму. Зажигает. Надо пытаться сейчас кого-то убить. Нет. По-хорошему надо их осадников забрать, пока они в меньшинстве. Я забираю. Босс мы не успеем. До босса еще полтора минуты. Но об этом речь, а миссия резнуться. Вот это ново. Надо еще один лагерь забирать. Я в, на нижнюю. Отлично. Нет, не наглейте, лучше отойти и забрать второй храм спокойно. Даже сейчас крита с лестницы, там он тут пустит. Я к Мише побегу. Так, а у меня проблема, я что-то неправильно. Миш, сейчас приду. Кнопки нажал. Бегу. Давай, Миш. Миш, идем. Ты не. Давайте. Я вниз иду туда, сейчас надо нового пойдет. А нет, иду наверх. Так, они у нас. Уже не у нас. Все отлично. Теперь можно на босс. Босс. Очень плохая идея. Да почему? Потому что они хуя все чем, живы. Хуячим. Ново. Ладно, не хуячим. На меня зайдите, просто на меня идите все. Угу. Не гонись ты за ними, Роланд. Что ты делаешь? Идите просто на меня. Вот здесь вот мы их сделаем. Или они нас. Нет, я ж тебя не трогал, что ты мне... Уходите. Ну, не буду, блин. О, блин. Ух.
Ну, пока они будут брать босса, нас катапульт, конечно, попушат. Нас Сашовский сейчас залечит. Эти катапульты. Ну, в следующий раз лучше все-таки сначала. Хотя, черт узнаешь. Может, босса все-таки не начали брать. Да начали, что у них урона хватит. Забрали босса. Нам тупо надо один храм удержать и все. Значит, нам сначала босса убить сейчас, да? Проблема в том, что на храм на верхний. Если мы сейчас. Какой храм? Тащим босса. Миша не вылезает далеко. Если мы сейчас босса не убиваем, он завершает раньше. Кто-то один может сходить и все. Да. Я их догоняю. В босса, в босса. Чем вы там занимаетесь? Давайте кого-нибудь убьем. Снова на верхний побежала. Боже, матч 20 минут. Кто-нибудь... так, что нам делать? Нам нужно просто тупо захватить один храм и держать его полностью. Пошли на верхний. Там кельтас. Тут нового рядом. Не ссыте, пошли наверх. Не отвлекайтесь вы на это говно. Ну, ладно, назад. Бегу. Все. Наконец-то. Ну неплохо. Почти 25 минут. Да. Берсер, зайди в настройки Дискорда, Voice and Video. Поставь такой уровень определения частоты чувствительности микрофона, чтобы не было не слышно ни клавиатуры, ни мышки. Потому что от меня это дико бесит. Или просто по кнопке сделать. У тебя постоянный шум происходит. Это не сложно. Для этого не надо заканчивать высшее образование. В смысле? В смысле? То есть я зря учился? Да. Да, и у меня зря вышел. Нет. Ну, блин. Я все на сегодня. А что это такое? Что ты такой дохлый? А мне сейчас надо будет еще отойти, кое-что там забрать посылки. Да, вот. А завтра еще тяжело. Краску? Да, и краску тоже. А завтра еще тяжелый день. Поэтому. Поэтому как-то отсюда выйти.
Нет, стой. Алло, нашел. Все, спасибо. Давай. О, мне осталось 3 убийства для второго квеста, а потом что? 60 тысяч опыта в выигранных матчах. Господи. У Лизарда нет совести. Слышал. Так, давай. Матчи сыграть героями Overwatch. Кто у меня тут есть? В смысле, какой Overwatch? Ну, 2 матча героями Overwatch сыграть у меня есть. А у меня тут примерно никого нет. Ладно. Я продолжу на этом. Закладки на Unreal, это смешно. Вот это мужчину нам кинуло. С большим мечом. И гордюсенькими ножками. Ядреный полигон. Карта, она большая, а у меня ножки маленькие. А у них опять ново, отлично. Ново бесплатно, что ли? Возможно. Тут в каждом матче ново. Внизу никого. Скажите, если новый уйдет. Ее и не ушло. Так где она шляется? К тебе придет сейчас. И не одна, скорее всего. Ко мне какой-то лохматый, потлатый, с косичками пришел. Ну вообще это Соню описывает. Ничего личного. Нет, этот Зулджин. В каком-то хипстерском скине. Как будто из барбершопа. Стоп, а тебя убили уже? Угу. Жука добиваем? Нет, не добиваем. Миш, я могу соло против Лужина стоять. Я с тебя плохо. Не, мне нормально пока. Лужину проще бить.
Я уже отхил взял. О! Данкишон. Так, я попробую нижнюю взять. Не знаю, что Артур сделал. Так, что же делать надо, напомните. Брать бомбу, ибо хотя бы базу брать. Спасибо. Так, ко мне пришла нова. Вверх на левую. Возможно. Ладно, правую верхнюю. Окей. Да, сбивает постоянно так. Я тут пытаюсь взять, но меня постоянно сбивают. Ну, они три нюки взяли. Да, жог пришел, все смотреть надо. А, ну на третьего забили. Короче, мы ни одну не взяли. А, ни одну взяли. Гребаная нова. На внизу пасется. Забирай. Да я бы, да я полудохлый. Ладно, попробую все-таки. Да, кидай. Так, там вот. Все, я на базу. Сегодня подставляться. По концу я стаки не получил. Ладно, вам помогу. На меня гоните, ну то есть да, вот здесь делитесь. Миша, мана нет, хнеть. Миша, тебе надо уходить. Да, я пытаюсь. Нам серфут разбомбили или еще. Да,
добить, добить, добить. Ай, не добить. Беру. Нижнюю взяли. Мы сейчас свалим отсюда. Давай лагерь вот этот возьмем. Давай, только мне против собой не могу дождаться. А вы там все шланги берете? Ну да. Да. Работа у нас такая, лагеря брать. Так, я тоже по лагерям полетел. Давай. Личное исцеление. Отлично. Нормально. Так, ладно. Пес с ним, пошли на центр. Блин, у меня на КД. Или нет? А, понятно. Сайленс. Поверху немного продвигаюсь. Сваливай. Ой. Меня тут нашли. Сейчас наверх подхиляю, наверху попробуем забрать. Берсерк, давай этот тролля бить. Работы завершены. Все боеголовки собраны. Приготовьтесь к размещению боеголовок. Эй, отходим, отходим. Оповещение. Боеголовки размещены. Конец оповещения. Все боеголовки собраны. Проводится размещение боеголовок. Размещение завершено. Рекомендуется организовать процедуру сбора. Сбор боеголовки завершен. Подготовка к следующему. Странно, что они на босса не пошли.
ничего не было. Ну, они выбрали пуш. Ну, ты меня вытянул, когда я хотел комбу сдать. Ну, они все равно были у тебя. Ну, типа, да, ладно. Там пятеро, а нас тут двое. Типа, не надо меня хотя бы на фул хп вытаскивать. Мерсер, что ты там делаешь? Один. Я хочется вас пошутить. Ты же там. Я тут вверх протаскиваю. Ты не должен вверх протаскивать. Ты должен с командой ходить. Ты танк. Который наносит дополнительный урон. На базу ты. Нам уже протаскивать поздно. Нам надо выживанием заниматься. Или лагерь вот этот взять. Если их там нет. Они там. Лагерь значит. Где-то рядом. А, нет. Цель захвачена. Нам сейчас только вместе ходить. Никаких соло пушей. Угу. Отлично. Так, нам надо босса отбивать. Угу. Есть плюс. Это самый слабый босс в игре. Подпустить поближе. Хотя. Успел. И не успел, да? Да там чуть-чуть прям солнце. Ты решил драться снаружи, пока на нас босс идет. Все, можно расслабиться и получать удовольствие. Так, я сделал это фигню. А, это на выигранных матчах. На выигранных матчах. Ладно, еще разочек. А что ты за кувалду? А что-то мне нравится. Хорошо идет.
Ну, я могу еще из последнего, что мне нравится, мне еще за Дьявола нравилось играть, но... Танк на марше. Пофиг. Так, мне надо за убийцу. Один матч остался. Сегодня коллега у нас в Словении живет, сидел дома, работал в наушниках. Дверь в квартиру была не заперта, кто-то зашел в квартиру и украл его кошелек. Он не слышал. Ну что, начнем шоу? Это еще что, я помню, у нас была история давно, лет 15 назад, когда офис был в трехкомнатной квартире, в обычной многоэтажке. Ну и там паренек сидел тоже, это было на выходных, тоже сидел в наушниках, в одной из комнат тоже зашли, вытащили несколько компьютеров, он даже не заметил. Не улетаем долго. Парень сейчас, конечно, скоро заверут. Миша свалил. Святилище. Так, у меня тут Рагнарос. Хожу. Я и сам был справился. Так, не обхиляться надо. Захватите святилище. Нам надо с местиком что-то сделать. Нет, 20 ему даю все. Ну лучше убить пару раз. Так, я тогда пошел наверх. Крюк, он уже вообще что. Кто-нибудь возьмет? Там мясник, но я попробую. Миша, тикай. Да, вот, пытаюсь. Ничего личного. Они пошли на центр. До свидания.
нет. Роланд, убегай. Не бежал. Так, попробуем вниз, хотя, наверное, зря. Да, зря. Сваливаю. Беги, лес. Захватываем точку. Давайте там драться, что ли. Надо еще кто-то на центр тогда пускай идет. Керосин готов всем. Ого, и краткое, забыл от этого триггернуть. Спасибо, Сашовский. Надеюсь, ты там свою закладку в Unreal забрал. Это я слишком близко. Это уже не мой. Террис, отходи. Ну что, отходи. Тут уже ничего не сделался. Помехитель Бартлави. Да, давай лагерь возьмем. Я сам, в принципе, справлюсь. У меня отхил уже есть. Возможно, справлюсь. Так, ко мне пришел мужчина и... Сейчас я подойду к этому мужчине. Быстро только. Они собрали лаги. Чего там стоите? Я думаю. О бренности бытия. Давайте попробуем нижний лагерь взять. Или вот с этими уродами подраться. Свежее мясо приехало. Захватите святилище. Да ё. Захватите силу дракона. Возвращайся, как сможешь. Через базу телепорт. Нормально. Через базу надо было. Ой. Да. Дракон. Рыцарь дракон обратился. Ну, Рейнер все такой. Стартуем! Что я могу сказать? Доступны новые таланты. Прижимаем дракона. Он там с эскейпом, чувак. А хотя... Писька. Вот. Извините, я хотел, нужно что-то было крикнуть. Ладно, что сработало. Да опять место. Что такое?
Блин, они все толпой ходят, нам так делать нечего. Сейчас они к вам придут вниз, я тоже к вам. Давайте под башню, под башню. А, нет, они... Они с Лагерь берут. Мы пикс пятствуем. Нихерово они комбо, конечно, делают. Прям совсем хорошо. Еще один шанс проявить себя. Не упустите его. Полный вперед. С удовольствием. Ждем, ждем. Я сейчас дракона снова возьму. Ну а что поделать? Ну типа, чё уже? Да опять месяца, да что такое? Вас поглотит пламя. На секунду не успел. Миша, она сейчас база пойдет. Да и хер с ней. Это бесполезно уже. 17-14. Они слишком хорошо в команде играют.
Так, я на сегодня наигрался. Спокойной ночи. Спокойной ночи. У нас время. Да, я, наверное, тоже все. Ладно, все, всем спокойной ночи. Ивент, значит. Ой. Аниме в моем ходсе.